Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала, меня зовут Юра, и мы наконец-то таки продолжаем играть в замечательную игру, которая называется To The Moon. Был очень большой перерыв во времени между прошлой серией и этой, я уже много чего позабывал. Почему перерыв, да? Честно говоря, то времени не было, то желания не было, то были большие выходные, было время желания, но горло заболело и записывать что-то было проблематично. Давайте, ладно, продолжать, загрузим. Где-то у меня последний. Офигеть, первое число. Больше месяца прошло, ребят. Окей, так, файл загрузки, вот он, третий. Я уже... Так, мы в какое-то чьё-то воспоминание. Ой, здесь какое-то кинцо, по-моему, они смотрели, если я не ошибаюсь. Я уже даже успел позабывать механику игры, ничего здесь и к чему. Ну ничего, будем продолжать. Ого. Что-то нашел. Это кто? Доктор. Погоди, я ни разу не разговариваю с обоями. Грамматика, дорогой Уотсон. Сткнись, я даже и не договорил. Ладно, пошли искать момента. Да я уже две штуки нашел здесь, эти баночки. Тынь-тык-тык-тык. Блин, все равно классно. Музыка супер просто. Обожаю эту игру. Давайте глянем, что это за черный человечек. Он исчез. Была лишь чья-то тень. Ладно. Привет. Девушка не пришла на свидание? Ну да уж, моментик. Тебе это очень знакомо, как я вижу. Издевается, блин, постоянно над этим чуваком, доктор Розалин. Но что поделать, такая она есть. А, ты что творишь? Ты уже трех человек похерила. Да ладно, это все понарошку. Пойдем похерим других людей. Свидание, милое создание. Ну, ничего тут нет. Паршиво, конечно, но, видимо, придется опять у него что-то выпрашивать. Приступай. Ладно, хоть в этот раз обойдемся без оливок. Что происходит? Ну, пришла. Как видите, это же прекрасно. А, Ривер. И еще ножичка. А, ты была здесь все это время? Ага, такая. Я ждал тебя в холле, думал, ты не придешь. Почему ты вышел? Разве мы не хотели посмотреть вместе кино? А? Это я у тебя должен спросить? В смысле? Мы смотрели кино вместе, а потом ты ушел. Мы не смотрели его вместе. Я даже не знал, что ты была там. Если ты меня видела, то почему не подошла ко мне? Извиняюсь за левое. Дын-дын. Ну, ничего не поделаешь. Зачем это было нужно? Мы смотрели один и тот же фильм в одном зале. Ха-ха-ха. Чё? Что не так? Ты такая странная. Ты больше не хочешь смотреть фильм вместе? Конечно, хочу. Пойдем, досмотрим конец. Короче, она не, ну, видите, она мир так воспринимает, то есть у нее эмпатии вообще совершенно никакое, у нее чисто вот получается. Она видит все только, что вертится вокруг нее, а на других людей, по большому счету, плевать. Кажется, этот момент для глубокомысленного замечания. А мне так не кажется. Хотя бы надеюсь, что там мы найдем что-то недостающее. Бивгнг там что написано. Подожди, а где мы найдем?
Тут только туалеты для мэнов и джентльменов. Зайти мы в зал. А, можем. Только... То есть, та дверь у нас такая недоступная, а здесь все нормально. Окей. Еще моментину мы собрали. Ну, в смысле, все вот эти вот недостающие кусочки. Ну, вот они сидят. И, конечно же, сидит рядом с ними утконос. Раз, два, три, четыре, пять. Да, я умею считать до пяти. Давай, подготавливаем. О, опять вот это вот. Пять шагов. Нам придется это сделать. Идеально. Я умный. Все, давай. Активируем. Знаешь, этот утконос меня угнетает. Не то чтобы слишком, но все же. Так, тут вообще уже пацанчик такой только. Молоденький. Давай, чувак, не очкуй. Это не... Слышь, это была плохая идея. Да не ссы, чё такого-то? Да мало ли, худший сценарий, она скажет нет. Ну и уйдешь бодрячком. Никто. Ничего не видел, а ты снова крут. Тут, блин, не в тему эти, конечно. Каучечки. А если расскажет кому? Или наорет на меня? Да чё ты как тряпка? Или скажет да, а на самом деле нет. Блин, да ты успокаивайся. Кому такое в голову взбредет? А если запустит меня энциклопедией? У меня даже шлема нет. Господи, я совсем не готов. Чувак. Не паникуй. Давай, выпрями спину и не будь тряпкой. Давай, соберись, тряпка. Да, правильно. Сябыт ништяк, развернись. Ладно, ладно. Ты чё? Тс. Ну, протолкал спину. Привет. Привет. Ты меня слышишь? Да. А чё тогда не... Нет, ничего. А, клёвый у тебя утконос. Что читаешь? Книгу. Капитан очевидно. Про утконосов? Нет. О. Я думаю, что это классно. Такой фейспалм сделал. Эй, ты хочешь маяки? Ча? На всю страну осталось всего 16 маяков с линзами Френеля второго порядка. 9 из них береговые, а один переделан из старого маяка с керосиновой лампой. О, так ты об этом читаешь? Заторможенная такая реакция. Скажи, не хочешь как-нибудь сходить со мной в кино? Чувак, ты неправильно говоришь. Нужно говорить, типа, пошли со мной в кино. Не знаю. Ну, правильно, блин, он вопрос задал, типа, не хочешь? Ну, блин, не знаю, блин, хочу, не хочу. Ничего, я дам тебе время подумать. Чувак, ты фейлишь. Я не могу. Почему? Ты не назвал ни день, ни время. А, ну, скажем, в субботу в 8. И? Ева, кажется, система завис... Да.
О, здорово. Проехали. Так, обсудим детали попозже. Какие нахер детали? Назначаешь время, место и идешь, чувак. Я только... Небось, поджилки там тряслись. Что? Ты чё на меня уставилась-то? Думаешь, я сейчас начну рассусоливать, как адски тупо это было? Забудь. Не буду идти у тебя на поводу. Не ругай его так, он еще просто ребенок. Относись к людям по-человечески. Это ты к чему сейчас? Заткнись и пошли. Правильно, заткнись. Самое дело. Меня зовут не заткнись, если что. Да ты что? Так. Чё ты книжку свою схватила, блин? Плюшевый утконос. Ну, полагаю, если взглянуть на него под правильным углом. Нет, не то, проехали. О, я взглянул на утконоса под правильным углом. Повезло. Так, чё она на лестнице сидит и не пускает, как это. Так, чуваки. Какого хрена ты там делал, чувак? Что? Я пригласил ее. Нет, это выглядело жалко. В том месте я бы просто завалился туда и такой типа: «Слышь ты, пошли, ты и я сейчас же». Ну, это, конечно, переигрывает. Чё? Просто ужас. Знаю, но все равно было бы лучше, чем то, что ты только что сделал. Ну что, запустила я на энциклопедию тебе морду, а? Запустила? Заткнись, чувак. Все правильно, заткнись. Видишь, не только я людей затыкаю. И вдруг я почувствовал себя любимым. Так, это у нас повторяется. Причем здесь что-то там почувствовал себя каким-то любимым. О, гляньте, они тут рисуют морды. Леонардо да Винчи набивал руку, рисуя яйца. А бочки это как очень большие яйца. Так что вы все станете очень большими, да Винчи. Чего? Что ты, мать твою, несешь? Господи, поверить не могу, что ты привел меня на этот долбанный урок. Да ладно, прикольно же. Только если рисовать умеешь. Ну, учишься, если будешь практиковаться. По-любому. После этого урока никогда больше кисть в руку не возьму. Моменту кто давать будет? Я что ли? Нафига мы эти долбанные бочки рисуем? Хрен пойми. Разжаловаться, я уверен, что однажды тебе понравится. Бочки, бочки, да, бочки полезно рисовать, наверное, иногда. Я только, блин, две эти нашел. Хренулины. Ну, здесь и школа-то большая, так что... Давайте все, пойдем кто-нибудь. А вот они сидят, два чувачка. Вообще никто. Это по географии урок, что ли? Хорошо. Ривер, почему бы тебе не ответить? Я уверен, что ты знаешь ответ. Мы тебя ждем. А, мы ждем, Ривер. Хорошо, похоже, нам придется... Он отправился в плавание 3 августа 1942 года из испанского города Палос. Это она загружалась, просто поэтому тормозила. Палос де ла Фронтера, который был основан в 1322 и пожаловал в Альваро Пересу де Гусману, которому... Пожаловал, что? Гусману, которому было всего 14 лет на момент. Хорошо, хорошо, я всего лишь спросил дату. Но, видите, это же было нетрудно. Господи боже, ты у всех людей с таким диагнозом фотографическая память? Не совсем. Скорее всего, у них сильно развита способность к зазубриванию. Ты больше здесь ничего не получу. Чувака убрать нельзя. Способность к зазубриванию. Ну ладно, что здесь у нас? Урок химии. Окей. Даже, наверное, что-то типа контрольный. Сюда идет.
Альтап, альтап. Получена заметка альтап. Так, а как нам заметки-то почитать? Саня, наш спаситель. А, ну короче, они что-то там... А, это компьютер, ё-моё. Я думаю, что это такое. Да мне показалось, что вот это вот какая-то здесь химическая приспособа. Они, в общем, чем-то там занимаются. Но не тем. Альтов 4. Не тем. Здесь Мементина никакой я не вижу. Ну ладно. Нам еще две штуки собрать надо. Да ёп. А куда? А, дверцы. Закрыты. Кафетерий работает только в обеденное время. Открывай, ну... Так, давайте, чуваки, там обед. Блин, я не понимаю этого альтаба. Ну ладно. Пойдем еще что-нибудь поищем. Здесь же у нас есть переходик. Оу. Урок физкультуры. Все свободны, вам, болванам, лучше быть лучше в следующий раз. Спортзал. Как-нибудь он нам может понадобиться. Поверить не могу, у него извилины такие же прямые, как здешняя разметка. Отжимаются там вовсю. Фу. Ладно, ты выиграл. Зашибись. Мячик улыбается, лежит. Он-то выиграл, но я, блин, пока еще не нашел Мементину еще одну. Эй, чуваки, вы куда? А, ну вот. Теперь здесь открыто. Время обедать. Это, видимо, его друг. Да, она уникальная, уникально скучная. В смысле? Ты только посмотри на нее. Сидит одна целыми днями с этой жуткой косорылой уткой. Это не косорылая утка, это утконос. Чё за утконос? Хорош чуть снести. Короче, она какая-то не отсюда, понимаешь? Как будто она с другой планеты или что-то типа того. Я знаю, это ли не круто. Хе. Ну, если ты прёшься по пришельцам и всему такому, то да. Не, ну правда, если хочешь позагоняться, может проще пойти тусовать с Эмой и Готами. Ну, во-первых, не хочу делать дебильную прическу. Это укол на Эма Готов. А сам факт, что у нас есть для них название, говорит о многом. Понимаешь, Ник? Я просто не хочу быть очередным обычным парнем в море обычных людей. О, да у нас он личность. Джон у нас личность. Но каким боком общение с ней изменит тебя? В смысле, ты останешься тем же парнем, просто зависающим с робкой девчонкой. Она не просто робкая, Ник. В ней есть что-то странное. Странное не всегда значит хорошее, если чёшь. Чувак прав, кстати. Ты хоть знаешь, хочет ли она быть особенной? Может, она хочет просто быть, как и все? Раз так, тянуть ее в другом направлении не имеет смысла, так? Слышь, Ник, суть-то в том, что я знаю, что мне нужно. Но она может мне это дать. Ну не будем тут пошлых мыслей. Так она тебе интересна из-за того, что она может тебе дать, а не сама по себе? Это жестоко, чувак. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я знаю. И все-таки, я думаю, ты не прав. Люди не настолько похожи, а в каждом есть что-то уникальное. Говоришь, как моя бабушка. Стой, так этот парень типа долбанный хипстер?
Это типа, настораживает. Знаешь, иногда мне хочется отвесить нашим клиентам подзатыльник. Да это же школа, тут они одни ублюдки. Но, эй, добро пожаловать в клуб. Стоп, так, вот о чем он ей говорил на утесе. Чем там говорил? Думаю, да. Потом она схмехнулась и стала клепать этих жутких кроликов, так? Потому что он признался в этом черт знает сколько лет спустя. Думаю, у нее хорошо получается сдерживать недовольство. Все не так. Мы что-то упускаем. Ну так неси шляпу, Шерлок. А давай, что-то точно уходит у нас из-под носа. Бьевгунг. Так, это момент. Завидую им, этот парень будет помогать ему переносить рояль, когда они уже поседеют. Кстати, да, это же тот самый Ник, это получается друг детства и до самой смерти. Хм. Хотела бы я также общаться со своими друзьями детства. Да, ребят, берегите друзей детства. Никто более близким уже не станет никогда. Отбросив причины и намерения, довольно поразительно, что они встретились в школе. Много ли сегодня таких, кто там повстречался больше месяца? Не знаю, как у тебя, но у меня все было довольно гладко. Правда? Довольно гладко все от меня уплыло. Теперь похоже на правду. Так, плюшевый утконос. Мне прям нравится каждый раз, когда мы его видим, гарантированно получаем халявное звездно. Должно быть, он отпечатался в его мозгу не меньше, чем в моем. О, супер. Так. Что там на обед дают? Никого не интересует, что это на обед. Ладно, пойдемте мементу открывать. Может, лучше я? Не надо, я сам. Камича. О, ради бога. Хами. Эй! Нафига так делать, Ева? Никогда, блядь, не побрывай людей во время камехми. Что? Вообще, дебил. Камехами, блин. Так, давай, готовь моменту. Мощности компании хватает, когда вот это вот начинается, сразу FPS падает. Ай. Так. Ладно. Это было просто. В общем, у нас всего считается. Это, наверное, в конце что-нибудь там нам повлияет на что-то. Активируется, активировать. Снова прошу прощения. Так. Подвину телефон подальше, чтобы... Может, потише будет пленькать. Я в школу, мам. Хорошего дня, Джоуи. Мой малыш, как ты быстро растешь. Короче, такой в школку учиться. Молодец, школота. Блин, а если бы он был девочкой, она бы все равно назвала его дедушкиным именем. Но это не настолько плохо, окончание же все равно на уи. Джоуи, Джуи, Джули. Миленько. Если так миленькая, так иди женись на нем. О, ты ревнуешь. О, да, сильно ревную. Так, ладно, ребят, я думаю, на этом серию закончим. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, понравилось. Продолжим в следующий. Пока-пока.